Так. Стойки. Там фиксация должна быть. Я не хочу, чтобы мы с первыми падали. Значит, что? Бросок. Есть в базаре, есть и пом, да? И в партере, в партере. Значит, в партере у нас будет как в грэпплинге. Удержание считается только верхом, волевой и удушающий. А в стойке на ногах, когда боремся, тот задох. То есть вы бросили, бросил на базаре, значит базаре. Бросил на ипон, значит ипон. Но сначала разбарываемся. Даже не знаю, как лучше сделать. Значит, когда до ипон. Понятно, да? Готовы? Удержание только верхом можно делать, сбоку не делать. Болевой удушающий под вздохом и есть и по этому джиу-джитсу. Только броски там немножко по-другому считают. А броски будем под дзюдо считать. Готовы? Джи! Время. 2 минуты.
крестишь ноги, ноги. Как только вместе ноги ставишь, можно сразу упасть и проиграть. Ноги всегда на ширине плеч. Значит, запомните, Максим должен научиться правильно ходить. Да, правильно, по борцовке ходить. Футболисты ходят. Ты знаешь, что защитник в хоккее бегает быстрее спиной, чем попадающий лицом? Чуть не бросил. Так и держи, так и держи его. Ногу возьми. Вот так. Раз, два, три. Есть удержание. И теперь уже выигрываешь. Не давай вставать ему, а ты держишь. С той стороны, чтобы на лицо, на лицо, чтобы он правильно дышал, чтобы не ломал. Он? Итак, чемпион Европы. Бога Михаил. Время. Там у вас
ничья. Нет чемпиона Европы. Следующие две пары. Мас, что у тебя? Ты что, завязать не можешь поезд? Нет, я тогда бросила. Не надо тебя постоять, ты не вовремя завязываешь. Пожалуйста, Шендер судит и Саша судит. Готовы? Чемпионат Европы. Сделает ли Каталин бросок через грудь? Или нет? Вот в чем вопрос. Готовы? Че? Правильно, Макс, думай. Залезешь, что сзади остановишься, получишь. Встань, завяжи пояс. Потом ты говоришь, что он у тебя падает. Саня, тоже можно за ноги брать? Не надо. Оценка о бабе Даниэлу Вазаре. У меня? Да. Удушающая бабе. Болевой надо Андрюха делать. Вот. Правильно, правильно, Андрюха. И отсюда только рука прямая, сразу болевой надо делать. Изнутри руки, да, изнутри поставься с ними. Подсечку, подсечку надо левой ногой. Зацеп подсечку, зацеп подсечку. Когда ногу убирают назад, делаешь сзади. Левой ногой, зацеп подсечку. Левой ногой массу. Так, Анатолий, зачем ему назвали? Как зачем? Я объясню потом, ты Борис, время идет, это его массаж. Борется вот на том ковре. Максим,
Максим и Катерина здесь, а вы вдвоем здесь. Приготовились. Готовы? Кристалич, 3 минуты. Пожалуйста. Шаг вперед. Время! Какая команда выиграет? Саша, Максим. Дан. И Максим. Или их противник. Тоже выиграет. Пока 0-0. Выходит. Здравствуйте. Дамоте. 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 Видел бросок не полностью, на них видел кто. Андрей, конечно, бросал. Здесь Андрей, потому что здесь Вазари был. Вазари. Итак. Я как будто Андрей Вазари. Перескрою царь. Нету. Держать, Александр. Руку держи, ближнюю руку, сам не ложись. Держи его, держи Миша его. Сверху сидь. Саша в стойку, Макс в стойку. Да, такой шанс удержать было. Аккуратно там. Есть. И пом. Якобут, Аварий, Андрюша Якобут, Аварий, он ударился? Нет, все нормально? Ничего, он говорит, сами поклонились, Андрюша, все, поклонились, все, отдохните. Если не ударился, то ничего страшного. Так. Катерин Макс, смотри, придите сюда. Опа, за ковром, Саша, за ковром, встали. Там с колен переворот был, поэтому я пока не защищу. Время. Стоп! Мате. Так, здесь пациенты были? Нет. Поклонились, ушли. А пациенты были? Нет, поклонились, ушли. Здесь? Вазарин Миша, он выиграл. Команды построились. Здесь, здесь команда, сюда команда. Одна сюда, другая сюда. Так, здесь у нас Миша напротив своего партнера. Кто с кем боролся. Миша выиграл. Значит, 1-0. Здесь. Дан выиграл. 2-0. Ничья, ничья. Итак, команда в составе. Михаил Буга. Абаби Данил. Мунтян Каталин. Шендер Данил. 2-0. Чемпионы мира. Поклонились. Все, мальчики, домой. Итак, они чемпионы мира. Похлопали себе.